Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный летний пирог с абрикосами и черешней, и будет он на творожном тесте. Готовится проще простого, а получается вкуснейшим. Для пирога нам понадобится 500 грамм фруктов, у меня 300 грамм абрикосов и 200 грамм черешни. Абрикосы разрезаем на половинки, удаляем косточки. У черешни тоже нам нужно удалить все косточки. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Для теста нам понадобится 100 грамм размягченного сливочного масла, 10 грамм ванильного сахара и 150 грамм просто сахара. При помощи миксера мы все взбиваем как следует в однородную кремовую пышную массу и по одному добавляем 3 яйца. Каждое яйцо мы вбиваем в массу, чтобы она стала однородной, и только после этого добавляем следующее яйцо. Посмотрите, какая у нас получается кремовая, однородная, пышная масса. В эту массу мы добавляем 250 грамм творога. И тоже при помощи миксера все взбиваем в такую пышную кремовую массу. Посмотрите, у нас просто получился пышный творожно-сливочный крем. Вы видите, какой он красивый. Нам понадобится также 200 грамм муки, щепотка соли, пакетик разрыхлителя, это 10 грамм. Все мы перемешиваем и просеиваем творожную массу. При помощи миксера мы взбиваем крем в тесто. Долго взбивать не нужно, но нужно просто, чтобы все стало однородным. Посмотрите, какое красивое тесто, какое пышное, воздушное оно получается. Форма у меня 20 на 30 сантиметров. И дно, и бока я выстелила пекарской бумагой. Выкладываем в форму наше тесто лопаточкой или ложкой. Все разравниваем. И на тесто выкладываем наши подготовленные фрукты. Абрикосы и черешню надо немножко вот как бы вдавливать в тесто. Духовка у меня заранее разогрета, 180 градусов. Режим вверх-вниз. Будем печь до зарумянивания наш пирог в духовке. У меня это было 40 минут. Готовность пирога проверяем на сухую зубочистку. Даем пирогу полностью остыть в форме. Только после этого мы вытаскиваем пирог из формы, убираем пекарскую бумагу. Перед подачей посыпаем пирог сахарной пудрой. И сейчас мы его будем разрезать и пробовать. Пахнет он фантастически. Ванилькой, абрикосами. Он мягчайший. Режется ножом, как по маслу нож идет. Ну что, посмотрим, что у нас там получилось. Посмотрите. Посмотрите, какой красивый кусочек. И абрикоски видны, и черешня. И тесто такое красивое, золотистое. Он мягчайший, он нежнейший. Посмотрите, у него и низ, и верх румяные. Ну что, пробуем. Друзья мои, я вам очень советую приготовить этот пирог. Это фантастически вкусно.